Здравствуйте! Привет, ребята! С вами Даник. Не знаю, как вы, но я уже очень заскучился за добрыми персонажами из мультика «Робокар Полли». И сегодня есть отличная возможность мне вам показать две новенькие игрушки. Первая игрушка – это мобильная штаб-квартира Робокара Полли и его друзей. А вторая игрушка – это негативный персонаж Почер. Начинаем распаковку. Открываю Почера. Убери руки от меня! Какое ты имеешь право меня трогать? Да я самый опасный браконьер... Ой, нет, не браконьер, а охотник! Нет, я вообще лесник в городе Брум. Законопослушный, между прочим. Не-не, я видел про тебя мультик, как ты нагло украл олененка из леса. Что? Я не понял. Про это даже сняли мультик? Да. Эх, плохи мои дела. Но ничего. Я еще вам покажу. Вы еще увидите, на что я способен. Почер, посмотри на этих ребят. Они за тобой наблюдают. Да ладно. Ладно, Даня. Давай не будем сегодня ссориться, ругаться. У меня что-то сегодня нет настроения кого-то похищать и заниматься, так сказать, браконьерством. А давай-ка лучше сделаем обзор. В общем, ребята, временное перемирие. Это интересная игрушка. Вот он. Вот так он смотрится сзади. А вот так он смотрится сбоку и вот так. Ребята, смотрите, какая у него кабина и кепка на голове. Сзади у него есть будка, она открывается, в которую он прячет похищенных животных. Ребята, как вы помните, поймать его было очень сложно, потому что у него есть секретное оружие. Сейчас я вам его покажу. Вот так у него поднимается кабина. В комплекте еще было 3 заряда, которые заряжаются вот сюда. Сейчас я их заряжу. Хоп. Вот так вот. Второй заряд. Блин. И еще один. Но это ему не поможет в его злых делах, потому что ему помешает передвижная база, которую мы сейчас откроем. Начинаем. Так, открываем. Так. Вот, я уже вижу его лицо, так. Быстрее! Быстрее, юноша! Юноша, быстрее! Юноша! Вот. Эту мобильную штаб-квартиру можно использовать как чемоданчик. Иди в гости с приятным сюрпризом. Ребята, смотрите, какая у него кабина. У него есть даже глаза. Да, тут даже есть специальная вертолетная площадка для Хелли. Ребята, смотрите, вертолетную площадку можно снять. А еще здесь есть трап, и можно достать контейнеры. Вот контейнер Полли. Эмбер и еще Роя. Это гаражи еще. Их можно открыть с 3 сторон. Ребята, смотрите, здесь еще есть специальные подъемники, которые можно поднять. Полли, заезжай.
Проверим твою ходовую. Без проблем, Даник! Я тоже как раз об этом думал. Да. Ведь техосмотр это очень важно. Посмотрим. Порядок, только тормозные колодки надо будет скоро менять. Даник, спасибо тебе за своевременный совет по поводу тормозных колодок. Рой, и тебя тоже надо проверить. Так, смотрим. Так. Пустики, надо только поменять шину. Так, готово. Спасибо большое, Даник. Ты был прав. Шины у меня действительно уже были лысоваты. Ребята, у Эмбер тоже есть гараж. Про Хелли я не забыл. Он у нас связист. У него даже есть спутниковая антенна. Но фишки в этом наборе не заканчиваются. Здесь еще есть дорога и трап. Сейчас заедет Полли. Ребята, для экстренного и быстрого выезда это самое то. Ребята, я уверен, что вам понравились эти игрушки из мультика «Робокар Полли», которые являются новинками из серии игрушек «Робокара Полли» и его друзей. Так, грузим контейнер на грузовик. Какие тяжелые. В общем, мобильная штаб-квартира готова. Привет, к выезду. Ребят, я Мила. И сегодня я вместе с Робокаром Полли и его друзьями находимся в городе невероятных машинок. Догадались? Правильно, это Hot Wheels. Эй, друзья, вот мы и на месте. Прибыли! Здорово! Как же я долго ждала эту экскурсию в знаменитый город Hot Wheels. Ой, как хочется все увидеть, чтобы ничего не пропустить. Чур я первый, Мини, я первый. Не переживайте, друзья, сейчас начинается все самое интересное. Смотрите, машинки Hot Wheels сейчас начинают свой заезд в мобильный гараж. Ребята, ну вы наверняка знаете, что машинки Hot Wheels известны своей скоростью. Вот и готово. Заезд в машинах Hot Wheels завершен. Спуки, Спуки, ты видел? Вот это гараж! Да, не гараж, Кэп, а просто мечта! Ой, да, ребята, наверное, в нашем городе Брумс никогда не будет такого замечательного мобильного гаража. Эх,
Да, Полли, этот город Hot Wheels впечатляет своими инновациями. Ой, да, Баки, ты прав. У них есть чему поучиться. И с чего, так сказать, взять пример. Эй, друзья, не расстраивайтесь. У нас для вас с машинками Hot Wheels есть сюрприз, а точнее подарок. Вот он такой. Эй, всем привет! Это что? О, огромный Скулби? Не верю своим глазам! Споки, посмотри, не снится ли нам это? О, не знаю, Кэп, я такого огромного Скулби первый раз в жизни вижу. Споки, Кэп, на самом деле это старший брат Скулби. И он будет работать в вашем городе Брумс главным мобильным гаражом. Ребята, для меня это будет большая честь. Итак, друзья, давайте его скорее откроем. Да, я красивый. Что есть, то есть. У меня 14 посадочных мест. 7 с одной стороны. Вот, смотрите. И 7 с другой. Осторожно, двери открываются. Да, Рой, как хочется поскорее заехать в этот мобильный гараж. Да, Полли, ты совершенно прав. Друзья, чего же вы ждете? Я вас приглашаю. Паркуйтесь. Выбирайте места. Хе-хе, я первый занимаю место. Я буду первым. Так, задний ход. Вот. Ух ты, какой вид, как здесь удобно и уютно. Глушу двигатель. Эй, Споки, ишь какой шустрый хитрец. Я тоже хочу поскорее занять свое парковочное место. И оно будет возле тебя, дружище. О, Кэп, я очень этому рад. Друзья, друзья, подождите меня. Неужели вы думали, что я не буду парковаться возле вас? Мы же не разлей вода. Это точно, Пости. Ладно, Рой, я поехал. Догоняй. Ух ты! Внутри еще лучше, чем снаружи! Серьезно, Поли? Сейчас посмотрю! Спасибо, Мила! Пожалуйста, Рой! Всегда рада помочь! Ребята, а про меня не забыли? Куда же я без вас? Конечно, для вертолета парковка только на втором этаже. Взлетаю. Внимание, приземление. Отлично. Как здесь классно. Осторожно, двери закрываются. Эй, друзья, теперь ваша очередь. Не стесняйтесь. Начинайте парковаться. Мест хватит для всех.
Уважаемые пассажиры, осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – город Брумс. Хе, подвезу вас домой. Эй, друзья, я вижу, кто-то летит. Интересно, кто же это? О, Коля, я слышу звук самолета. Иду на посадку. О, привет. Привет, я Джет, всегда вовремя. Оу, всем привет, я Джером, друг Джета, мы из команды Суперкрыльев. Привет, ребята! Добро пожаловать в город Брум. Друзья, что же вас сюда привело? Может, что-то случилось? Может, вам нужна наша помощь? Нет, спасатели Робокары, у нас с Джеромом все в порядке. Напротив, мы прилетели к вам с хорошей новостью. С какой хорошей новостью? О, ребята, интересно, а что за новость у вас для нас? Робокары, у нас с Джеромом к вам посылка. Вернее, целых две посылки. Только они очень большие. И нам пришлось попросить помощи у грузовика. Он сейчас вот-вот подъедет. Суперкрылья, что это за посылка? Если коротко, то к вам едут два новых члена вашей спасательной команды. Два трансформера. Кажется, я догадался. Это Марк и Байки. Данюш, смотри, а вот и грузовик едет. Да, я тоже его вижу. Стой, грузовик, стой. Вот моя коробочка. Так. Спасибо тебе, грузовик, за доставку. Би-би. Спасибо. Давай же скорее их откроем. Давай. Марк, Баки, ну что же, вы на месте. Знакомьтесь с вашей новой командой робокаров. А нам с Джеромом пора лететь далее. Доставлять новые посылки. Супер, крылья, спасибо за доставку. Прилетайте в гости. Конечно, Баки, при первой возможности залетим. Счастливо! Пока-пока! Пока-пока! До свидания, друзья! Пока-пока, ребята, спасибо вам! Да, технологии не стоят на месте. Полли, Рой, кажется, вам пора на покой, так как вместо вас прибыли новые силы. Джин! Что ты такое говоришь? Полли, Рой, да я пошутила! Куда же мы без вас? Надежды города Брум! Больше так не пугай нас. И не шути. Ну что же, ребята, давайте знакомиться. Я Джин. Я Баки. А я Марк. Рады познакомиться. А меня зовут Эмбер. А я Полли. Полицейская машина. Привет, ребята. А я вертолетик Хелли. Так сказать, поддержка робокаров с воздуха. Приятно познакомиться, Хелли. Друзья, а я пожарная машина Рой. Если что-то горит или дымит, то это по моей части. Ребята, а там наша база. Так сказать, наш спасательный центр. Команда спасателей слушает. Терри, что случилось? Джин, у нас тут на цементном заводе упал кран. Нужна ваша помощь. Робокары, на цементном заводе нужна ваша помощь. Срочно выезжайте. Поле, трансформируемся. Баки, я готов. Я тоже готов. Отлично. Робокары, мы готовы. Вылетаю. Робокар Хелли,
Твои друзья меня уже ждут. А заставлять своих друзей ждать тебя – это очень плохо. Кстати, сегодня мы играем в прятки. Давайте с нами, это будет здорово. Привет, друзья! Привет, Хейли! Хейли, сколько тебя можно ждать? Уже все давно хотят играть в прятки. Рой, ребята, извините меня, пожалуйста, за опоздание. Дело в том, что я не услышал будильник. Вернее, я его услышал, потом выключил, ну, когда он зазвонил и разбудил меня. И думаю, полежу еще 3 минутки. И закрыл глаза, открываю. А прошло уже не 3 минутки, а целых 45 минут. И получается, что я проспал. Вот так. Хейли, это знакомая ситуация. Со мной раньше тоже такое частенько бывало. Вот утром зазвонит будильник, я думаю, закрою глаза на минутку, открываю. А там уже и смысла на работу ехать нет. Обед. Ребята, запомните это. Как только зазвонил будильник, необходимо сразу вставать. Иначе вы можете проспать, так как будильник отвечает за то, чтобы вас разбудить, а не за то, чтобы вас поднять. Ладно, друзья, давайте играть в прятки. Предлагаю первого, кто будет всех искать, выбрать с помощью считалки. Как вам идея? Идея отличная, Скулби. Тогда давайте считать. Энни, Бенни, Люки, Паки, Буль-буль-буль, Каляки, Шмаки, Эус, Беус, Касма, Деус, Бац. Итак, первым всех будет искать Кэп. Ой, я так и знал. Ладно, ребята, давайте прячьтесь. Я закрываю глаза и буду считать про себя. Всем в рассыпную! Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11. Ребята, я использую преимущество того, что умею летать, и спрячусь где-то повыше, в этом автопарке. Так. Подходящее местечко. Я думаю, Кэп меня здесь не найдет. Ребята, кажется, я нашел для себя место, чтобы спрятаться. Это полицейский участок. Вперед! Открываем шлагбаум. Спрячусь в тюрьме. Быстрее, быстрее, пока Кэп не увидел. Заезжаю на лифт. Вот так. Я удивлю его своим мастерством прятаться. Так. И быстрый спуск. Опа! Ребята. Честно говоря, даже не знаю, где мне лучше спрятаться, чтобы Кэп меня не нашел. Так. О! Пожарная часть! Спрячусь-ка я в ней. Заезжаю. Спуки, смотри, какая огромная пожарная машина. Давай вдвоем в ней спрячемся. Отличная идея, Пости. Заезжаем быстрее. Так, включаю заднюю передачу.
Им легко, они маленькие машины, а я большой автобус. Попробуй мне спрятаться. Хе-хе, Скуби, я тебя нашел. Это было совсем просто. Ну конечно, Кэп, ведь я не успел спрятаться. Что тут скажешь, Скуби, ты сам виноват. Прятаться надо быстрее, в этом суть игры. Ладно, я поехал искать остальных. Так, интересно, где же они все попрятались, хитрецы? Ребят, не подскажете, а? Ладно, шучу, сам найду. О, шлагбаум закрыт, открываем. Поехали дальше. Выезжаю. Опля. Так. Мне кажется, ребята, что здесь кто-то должен прятаться. Ну, так мне подсказывает моя интуиция. Сейчас посмотрим. Апчи! Что? Кто-то чихнул? Вы слышали? Нет, мне не показалось. Кто здесь? Выходи. Ха-ха, Полли, я так и знал. Да, Кэп, ловко ты меня нашел. Подумать только, такая мелочь, как чихнуть, может все испортить. Хе-хе, Полли, главное, что ты вовремя чихнул. Вовремя для меня. Правда, ребята? Ладно, поехал искать остальных. Удачи, Кэп. Фух, прокатился с ветерком. Какая подозрительная пожарная машина. В ней точно кто-то спрятался. Так. А теперь тихонько послушаю. Спуки. Что, Пости? Как ты думаешь, Кэп нас найдет? Да не найдет он нас, не волнуйся. Мы классно спрятались. Было бы здорово, чтобы он нас не нашел. Да не найдет, не найдет. Конечно, не найдет. Мечтайте. Эй, вы там, Спуки, Пости, выходите, я вас нашел. Пости, я же говорил тебе, сиди тихо, а не разговаривай. Видишь, Кэп нас нашел из-за тебя. Пости, спасибо тебе большое за помощь. Ладно, поехал искать остальных. И вот, опять за дело берется лучший следопыт Кэп. Вот пожарная часть. И тут мне моя интуиция подсказывает, что где-то здесь может прятаться Рой, ведь он пожарный. Так. Поднимаемся. Готово. Заезжаем на спуск и полный вперед. Аккуратно переезжаем бордюр. Вот так. И мы, ребята, почти у цели. Ну что же, ребята, давайте посмотрим, какой из меня следопыт. Открываем двери. И кого мы там видим? Конечно же, Роя! Слушай, Кэп, как у тебя так получилось меня быстро найти? Поделись, пожалуйста. Ну, Рой, во-первых, я нашел тебя не быстро. Всех остальных я уже нашел, кроме Хейли. Ну, это вопрос времени, конечно. А тебя я нашел очень просто. Ведь ты пожарный и очень любишь пожарные части. Поэтому правильно тебя было искать именно здесь, в пожарной части. Это предсказуемо. Да, Кэп, что тут скажешь? У тебя здорово получается играть в прятки. В следующий раз я буду прятаться не так предсказуемо. Вот. Хейли.
Где же ты прячешься, друг мой крылатый? Его не так легко найти. Быстренько подтяну гайки на колесах. А то вдруг отвалится колесо, а мне это ни к чему. Еще нужно залить полный бак. Отлично, теперь бензина мне хватит, чтобы найти Хели. Ребята, давайте подумаем, где он может прятаться, где он затаился. Ну, в первую очередь, Хели – вертолет. Он любит летать, поэтому наверняка он спрятался где-то высоко. Фух, еле сюда забрался. Это самая высокая часть этого автопарка. Наверняка здесь должен где-то прятаться Хели. Ну что же, Кэп, вниз, вперед на поиски Хели! О, Хели, а вот и ты! Ого, Кэп, я не ожидал, что ты меня здесь найдешь. Да ты просто суперследопыт, браво! Да ладно тебе, Хели, до суперследопыта и сыщика мне еще далеко, но определенные успехи у меня уже есть. Правда, ребята? Ну что, Хели, давай спускаться вниз? Давай, Кэп! Приготовились? На старт! Внимание! Марш! Ого! Ребята, вы это видели? Что тут скажешь? Это был интересный трюк. А теперь всем внимание, сейчас будет еще один. Хели, здорово повеселились, правда? Привет, ребят! Сегодня я вам покажу вот такой большой набор Робокар Поли. Да, коробочка здесь что надо. Ребята, как вы видите, тут есть две машинки. Одна Рой, а другая Эмбер. Ребята, папа рассказал мне и прочитал, что эти машинки умные. Но я не знаю, почему они умные. Давайте разгадаем эту тайну, открывши этот набор. Люблю этот момент, когда игрушки высыпаются и коробка открывается. Легким способом коробка легко открывается. Ух ты, Ребята, смотрите, сколько тут запчастей, я тут тону. Начинаем собирать. Вначале надо наклеить наклейки. Где они? Вот. Итак, ребята, начинаем строительство. Оп, и оп, прикрепили. Так, для крепости надо постучать, чтобы было все крепко-крепко. Продолжаем дальше. Поворотик. Вот так. Теперь сделаем вот так. О, крепко, прикрепко. Бетон уже застыл. 10. Первая часть кольцевой дороги построена. А теперь осталось сделать последний поворот. Ставим прямую. Теперь поворотик. Вот это и вот так. Вот так. Теперь сделаем подзарядочную станцию, где машинки будут подзаряжаться. Теперь пазики ставим. Так. Наши машины в городе Брумс ездят на электричестве. Похоже, я еще хочу подзаряжаться. У меня так разгулялся аппетит. Ребята, машинки зарядились. Давайте поиграем с ними. Ребята, эти машинки умные из-за того, что они могут сами ездить. И также сами останавливаться и продолжать движение. Этим жезлом мы можем управлять этими машинками. А именно останавливать и пропускать. Ну что, Рой, готов проехаться по своей новой трассе? Тогда вперед.
Так. Пропускай. Ой. Ребята, мне нравится. Ой, красный цвет. Сейчас будет зеленый. Уху. Классно. Ого. А теперь изменение маршрута. Сейчас я попробую. А я хочу. Как классно. Уху. Уху. Уже не приехал, как быстро. Уху, как интересно мне с тобой играть. Поехали, Инас. Идет, сейчас я поеду. Вот так. Уху. Прокатился с ветерком сзади. Пип-пип-пип. Уху. Как классно. Уху. Уху, как классно! О, лифт как раз приехал. Не заметил я этого. Авария! Красный свет! Уху, сейчас мы все по пути паркуем. Ой, остановиться! Пешеход! Ребята, жезл можно поставить вот сюда. И он на законном месте. Эмбер, я надеюсь, ты уже подзарядилась. Машинки могут держать безопасную дистанцию. Поехали! Вот. Ребята, возьмем жезл. Зеленый. Сейчас будет классно. Эмбер. Ой-ой, столкновение. Эмбер, поехали. Безопасная дистанция, самое главное. Красный свет. Можно. Рой, как это? Рой, больше так не делай. И пока будет. Мы слишком пытаемся. Поехали. Как они классно едут. Надо помочь. Бенни, вот мы и приехали на базу робокаров, наконец-то! Я так долго ждал, чтобы пообщаться с этими спасателями. Привет, ребята, как дела? Что вы здесь делаете? О, привет, Поли! Можно мы понаблюдаем, как вы дежурите сегодня? Нам так хочется посмотреть на вашу отважную работу. Бенни, конечно, можно. Я тебя понимаю, когда я был таким маленьким, как ты, я тоже очень любил наблюдать за спасателями в нашем городе. О, привет, малыши! Рад вас видеть. Поли, мне надо поехать в город, навестить Кэпа, напомнить ему
о техосмотре. Время уже, пора ему проверить свои тормоза. В общем, через полчаса буду. Хорошо, Поли! О, привет, Пости! О, привет, Рой! Я тоже рад тебя видеть! Удачного дня тебе, Пости! Счастливо! О, Клини! Здравствуй! Ты, как всегда, трудишься! Так сказать, стоишь на страже чистоты города Брум! Да, Рой, я стараюсь, чтобы город Брум был чистым-пречистым! Хорошего тебе дня! О, привет, мужики! Здравствуй, Рой! О, привет, Рой! О, Рой, как дела? Куда едешь? Да вот, ищу Кэпа. Он должен пройти техосмотр. Вы его случайно не видели, а? Ха, да вон он едет как раз. Тебе повезло. О, привет, Рой! Здравствуй, Кэп. Ты не забыл, что у тебя сегодня плановый техосмотр? Нет-нет, что ты, Рой, помню. Сегодня буду, как раз вот тормоза что-то барахлят. Обязательно буду, не переживай. Вот и отлично. Жду тебя через полчаса на станции техобслуживания. Не опаздывай, ладно, Кэп? Ладно, Рой! Ну все, я тогда поехал. Едем на техосмотр! Внимание, внимание, говорит диспетчер, вызываю Кэпа. Минутку. Да, Кэп слушает, что случилось? Поступил заказ на площадь города Брум. Нужно немедленно его выполнить. Возьмешься, Кэп? Техосмотр же надо и пройти. Рой ждет и заказ. А ничего, техосмотр подождет. Успею, я быстрый парень. Да, диспетчер, выполню без проблем. Вы же знаете, на меня можно положиться. Буду через минуту. Кэп, самое быстрое такси города Брум. Прошу любить и жаловать. Кэп, супер такси города Брум. Да что тут города Брум? Я подозреваю, что я самое лучшее и быстрое такси всего мира игрушек. Представляете, ребята? Я сам не представляю. Так, резкий поворот. Супер. Почему тормоза не работают? Эй, привет, Тайо, привет, Роги. Извините, не могу остановиться. Что же это такое? Тормоза мои, тормоза не работают. Помогите. Ой, берегись, Спуки! Эй, как, что делаешь? Я нечаянно, это не я! Эй, что же делать? Как же мне остановиться? О, вот так дела! Кэп чуть не угробил мой прицеп, видели, ребята? Наверное, что-то случилось. Нужно сообщить робокарам. Эй, Рой, тут ЧП произошло. В общем так, там Кэп гасает по всему городу без тормозов. Он не может остановиться, представляете? Я не знаю, там он в большой опасности. Нужно ему помочь. Я так и знал, чувствовало мое сердце, что с ним приключится какая-то беда. Он не приехал на техосмотр. Я же просил его не опаздывать. Так, какие идеи, Поли? О, вот это попали в приключения! Я так и знал, что надо сегодня, именно сегодня приехать на экскурсию к робокарам. Как интересно, что же будет дальше? Да, мне тоже интересно, Роди. Так, дайте-ка подумать секунду. Так. О, у меня есть идея, Спуки, только нужна твоя помощь. Конечно, Поли! Что я должен сделать? Слушай внимательно, Спуки. Ты должен будешь стоять в условленном месте и по команде. Если все получится, то Кэп заедет прямо тебе в прицеп. И таким образом мы сможем его остановить. О, отличная идея, Поли. Очень креативная. Ну что же, приступим к ее осуществлению.
Вперед, робокары! Помогите! Кто-нибудь! Кто-нибудь, у меня уже нет сил! Помогите! Кто-нибудь! У меня уже сил нет! Колеса горят! Пип! Там, там сзади, осторожнее! Пип! Пип! Отлично, Спуки! Опускай платформу кузова! Поли, спаси меня, пожалуйста! Так, Кэп, не волнуйся, у нас все под контролем. Сейчас мы откроем шлагбаум, и ты должен заехать прямо в кузов Спуки. Не бойся, все получится. Ой, я надеюсь, поскорее открывайте этот шлагбаум, а то сейчас колеса сгорят. Что, открыли, Поли? Да, заезжай. Фу, это ж надо такое, как раз бензин закончился, повезло мне. Фу. Так, Спуки, в общем, вези его прямо на СТО, ясно? А то опять еще за какой-то заказ возьмется. Нет, Рой, больше брать заказы не буду, пока не пройду СТО. Да даже если бы и хотел взять заказик, бензина-то нет уже. Что? Кому говорю на СТО немедленно? Шучу я, ты же знаешь, какой я трудоголик. Знаю, поехали. Не волнуйся, Рой, доставлю его прямо на СТО. О, привет, Эмбер! Да уж. Видите, ребята, к чему приводит безответственность, а также халатное отношение к своему здоровью. Да, Спок, это ты точно сказал. Халатность и безответственность – это опасные враги хорошей и безопасной жизни. Запомните это, ребята. До новых встреч на канале «Носики, курносики». Будьте здоровы! До встречи! Носики, курносики!